Константин Григорьевич. Камышова Людмила Николаевна. Королев Константин Геннадьевич. У нас вообще все замечательно, конечно. Скажи в двух фразах, почему твой факультет является самым лучшим? Я его не буду выделять, почему он является лучшим. А на каком факультете? На ИМАТе. А переводится как? Институт машиностроения и аэрокосмической техники. А можешь назвать на своем факультете любимых преподавателей, лучших преподавателей? Ну, какие мне понравились. Вот именно вот преподаватель есть Корнеева по физической химии. Она мне понравилась тем, что она очень-очень требовательно относится к своему предмету, и ты также начинаешь относиться к нему. Вот. Поэтому вот как преподаватель относится к своему предмету, так и ты. Если преподаватель серьезен, так и ты также. Поэтому вот мне нравятся такие преподаватели, потому что когда они сами халатно относятся, и ты начинаешь не учиться, ничего потом не понимаешь. Потому что нас любят. У нас самые лучшие преподаватели. А какой у вас факультет? Инженерно-экономический. Промышленный теплоэнергетик. А можете назвать ваш факультет любимым преподавателем? Хрипунов Константин Григорьевич. Камышова Людмила Николаевна. Ну, потому что у нас новые отрасли, вот микросистема, микротехника, и она идет как бы ведущий вклад в будущее. А на каком факультете ты учишься? ФРТ. Угу. И такой вопрос, можешь с этого факультета назвать любимых преподавателей, лучших преподавателей? Королев Константин Геннадьевич. И Небольсин Валерий Александрович. Почему твой факультет считается самым лучшим? А потому что он институт, он не факультет. А почему институт считается самым лучшим? Он единственный такой в УЗИ у нас. Все факультеты у нас институт. И МАТ самый лучший. Хорошо, а можно назвать любимых преподавателей твоего института? Любимых? Эдуард Ханифович, мой любимый преподаватель по БЖД. Почему? Ну, мне кажется, он специалистов самых лучших готовит. Ну, и тут очень веселые ребята. Не знаю, наверное, они и считают поэтому лучшим, потому что здесь очень общительные люди. А на каком-то факультете? ФРТ. А как это расшифровывается? Факультет радиотехники и электроники. Хорошо. А на твоем факультете есть любимые твои преподаватели? Любимые? Да все любимые. Мы в ПС самые лучшие. У нас самые замечательные педагоги. Вот. Очень хороший деканат. Все люди добрые, приветливые. Поэтому являюсь лучшим. А можешь назвать тогда любимых преподавателей, лучших преподавателей, по твоему мнению? Сколько? Ну, сколько хочешь. Ну, Смышляева Виктора Александровича выделю я. Лесных Оксану Валерьевну выделю. Туманцева Константина Владимировича выделю. Так, у нас вообще все замечательные, конечно. Ну, вот я выделю, который вот мне больше Хорошо. Всего понравился. Хорошо, а на каком факультете ты учишься? Инженерно-экономический. Почему твой факультет является самым лучшим? Потому что он самый лучший. А в чем это проявляется? В том, что у нас самые лучшие преподаватели. А можешь назвать среди них любимых преподавателей? Камышова Людмила Николаевна. А еще какой-нибудь лучшего преподавателя? Клопова Ольга Константиновна. А на каком факультете ты учишься? Управление персоналом. Я так не могу сказать, что какой-то лучше, какой-то хуже, все равные.